Лап-ти-би-ди-би-ду-дай. Так, здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня я решил немножечко обновить, как бы это сказать, свои видео, обновить игру и начать немножечко еще одну другую кампанию. Ну, как я понял, да, Ирафия, насколько я помню, она тогда была очень-очень-очень легкой, да, и сейчас тоже как-то она идет легко, и я немножко решил разнообразить, так же, как в картах разные карты, так и немножечко решил начать еще одну кампанию, классическую наша компания, это «Дыхание смерти». А, ну, «Возрождение Ирафии», я понял, почему я ее плохо помню, потому что это вот сейчас, да, у нее можно сделать здесь уровень сложности вожди изданий, но тогда, я помню, уровень сложности был пешка, который, ну, сами понимаете, проходился просто на ура, вообще не задумываясь, очень-очень быстро, вот. И также это существовало то же самое у нас, эти вернутся, и то же самое у нас было в клинке Армагеддона, и вот оно здесь и осталось, в принципе, то же самое. Вот почему здесь вожди изданий не изменили, не сделали уровень сложности. Ну вот, да, тут тоже осталось, это сколько у нас процентов? Это 160, по-моему, да? То есть уровень сложности очень легкий, и поэтому проходится очень легко. И поэтому интерес, вот у меня как-то, блин, я люблю, когда сложно-сложно, потому что, ну, чтобы прям вот и тебя все и раздражало, бесило, и ты не знал, господи, что же самое дело-то. И тогда, именно вот в те времена, когда только вышли Герои Меча и Магии, как раз в «Дыхании смерти» появилось вот это вот можно было. Как раз в этой кампании, ну, на картах-то всегда можно был. В этой компании можно было менять уровень сложности и делать его самым-самым тяжелым. О, кстати, сколько у нас там получается этот? Да, 100, даже 130 получается процент. А это 100 вообще, да, лошадушка-то у нас. И вот поэтому мне очень тогда запомнилось как раз вот это вот «Дыхание смерти». Особенно мне полюбился вот здесь вот этот в «Эликсире жизни». Сейчас я его, кстати, и прочитаю, как его зовут. Так, Гело, да, тогда я помню, Джело его звал. Ну, наверное, перевели там буква «Г» по-английски. Кто-то «Дже», кто-то «Г» переводит, неважно. И тогда его звали Джело, и чем он мне нравился, чем я над ним просто балдел, что он всех превращал в снайперов, а насколько вы уже поняли, я люблю стрелять, люблю вот эти дальние, люблю расстояние, люблю всех валить без потери именно стрелками, и поэтому, когда он всех превращал просто в снайперов, мне это очень-очень нравилось, но там тоже своя определенная тактика, потому что снайперы, да, хорошо стреляют, без штрафа все бьют, но у них очень мало здоровья, и вблизи они вообще нули полные, вот, поэтому надо выстраивать тактику так, чтобы никто к ним не подходил, никто их и не бил. Ну, короче, очень-очень их защищать, и тогда твоя армия будет вообще крутятяшно-стрелковая. Так, Гело много тренировался, чтобы стать членом лесной стражи. Его последнее задание — собрать артефакт «Эликсир жизни». Он должен собрать компоненты артефакта, чтобы беречь их от некромантов. Это описание всей кампании, да? Описание сценария. Сценарий окончания обучения. А чтобы выиграть в этом сценарии, вы должны победить всех врагов Джело. Если Джело, Гело, неважно, падет в битве, вы проиграете. Герой ограничен 10 уровнем, однако опыт, первичные и вторичные навыки, а также волшебные книги Гело и двух его героев, вот двух, значит двух мы выберем, которые у нас дальше с нами шляться будет, перейдут в следующий сценарий. Один у нас враг красенький, и ставим мы, как всегда, самый сложный уровень, и естественно вот тут, кстати, тоже такой скользкая такая хрень, или я беру сразу 10 снайперов, или я беру 15 великих эльфов, но потом их добиваю до 10 снайперов, ну у нас, да, получится на 5 снайперов больше, но бабла, я помню, они стоят что-то дофига. Ну давай попробуем, да, вот попробую, я возьму все-таки эльфов, потом у нас будет их на большем. Лесная стража — это глаза и уши Ирафии. Мы спешим туда, где должны обратить места для регулярно мы лесные тени, которые видят и несут смерть врагу на конце одной единственной бесшумной стрелы. Ты, Гело, был прилежным учеником, и сейчас стало время последнего испытания. Местом для него назначена маленькая долина за грядой Гаи. Ты будешь принят в лесную стражу, когда там не останется ни одного живого
врага. Желаю удачи. Ох, красиво они, главное. И такие стойки стоят, чуваки такие. Ха. И такие у них лица невозмутимые. Главное, сам он прикольный. Мне нравится такую одежку ему сделали. Да, вот в таком виде. Опс, блин, так само пошло. Мои поздравления, кадет. Еще одно испытание, и ваше обучение закончено. Вы можете вступать в славные ряды лесной стражи. Вы должны захватить в долине земли, да, прилегающей к пику Гаи. Не понял. Вы должны захватить в долине земли, прилегающей к пику Гаи. По-моему, предложение немножко не закончено. Вашими врагами будут, как мы полагаем, монстры. Эта область полна ими. Несколько городов и небольшое число воинов лесной стражи. Путники часто посещают эти земли, так что найти дорогу будет нетрудно. Чтобы пройти испытание, вы должны разбить всех врагов. Любой ценой удачи, кадет, да пребудет с вами свет. Прям стихи. Удачи, кадет. Да пребудет с вами свет. Так, ну вот, вот, бабла нету, но есть. У нас, может, сейчас 25 получится снайперов. Еще один навык, который здесь обязательно нужен. И я вам объясню потом для чего. И я вам покажу этот навык. Это расстановка войск. Да как же я его забываю? Ну, помните, да, когда ты можешь войска расставлять перед битвой. А сейчас мы его приобретем, этот навык. Так что не переживайте. О, да, и сохраню я. Ну, да, как всегда. Да, естественно, даже не сомневайтесь. Как всегда сохраню, но назову это сохранение вот как раз дыхание смерти. Это сот, да, у нас. А вот мы сейчас его сот-то и назовем. А, да, СОД. Правильно написал, грамотей? Да, наверное, правильно. А, так, вот. Ну, это так, для себя чисто. Так, ну что, поехали. Так, надеюсь, вы присоединитесь. Вот, честно говоря, тоже уже не помню. Но помню я вот дыхание смерти. Конечно, это был восторг. Жду команды. Какой? О, вы согласны? Естественно, великие эльфы хотят прославиться и мечтают служить в вашей доблестной армии. Вы согласны их принять? Естественно, я согласен их принять. Поехали дальше. Так, гномы вы тоже? К вашим услугам, господин, какие будут приказания? Боевые гномы тоже мечтают служить в вашей армии, тоже хотят прославиться, и мы тоже согласны их принять. Спасибо, ребята, вы с нами. Так, ну теперь, ну что, побежали по дорожке. Как бы логично всегда идти по дорожке. Пошли. Так, ну что, будем сразу по дороге-то колбасить народ? Да? А, стой, вот сейчас мы как раз будем расставлять. Ребята, блин, я что узнал? 20 лет играть и нифига не знать, как делить войска. Я всегда, да, нажимаешь тынц и делишь вот здесь вот, да, существ. А оказывается, можно сделать это контром или альтом. Вот смотрите, сейчас нажимаю на контрол и нажимаю на гномиков тынц, и от них отлетает по одному гномику. Пы-пы-пы-пы-пым. Блин. Вот я об этом узнал, подсказали мне. Или нажимаешь так теперь. А, да, как же их объединять, я забыл. А, шифтом, по-моему, да? Нет, стойте. А, о, контрол нажимаешь, и они тут же все объединяются, смотри. Или, альт нажимаешь. Или альтом, если нажимаешь сейчас альтом. Вот я нажал, сейчас альт держу. И нажимаю, и... Нет, подождите, а как они напополам-то делятся, я забыл. Вот, шифт. Да, блин, ребята, все. Короче, объясняем. Нажимаешь альт, дрык, и у тебя одинаковые войска объединяются. Вот сейчас я нажал альт, нажал на них. Если нажать Ctrl и нажать на войска, то они делятся под... Один отделяется, видите? Один отделяется. Теперь опять нажимаю альт, нажимаю прыг, объединились. Нажимаю альт, трык, объединились. А если ты нажимаешь shift и нажимаешь на войско, вот сейчас держу клавишу shift, нажимаю пымс, то они делятся ровно напополам. Ну и здесь, естественно, на 2,5 не делятся, а... Как красиво, смотрю, дрык отсюда взял одного, чтобы поделить пополам. А сейчас ты как сделаешь? Трынк тоже оттуда взял, клево, блин. На равные части, короче, делится, поняли, да? Вот, и опять же нажимаю Alt и объединяю, как это быстро. Я не знал этого в течение 20 лет. Вот такой вот я дятел, извиняйте. И запьем, и горлышко промочим. Так, ну что, делить, в принципе, ну как всегда. Я раскидываю по разным кучкам. Почему раскидываю по разным сторонам? Потому что если кто-то будет приближаться, чтобы не заблокировали всех стрелков сразу, чтобы одни хотя бы остались. Но я делаю еще хитропопи. Я сейчас вот как раз нажав на Ctrl, сделаю из наших... Правильно! Сделаю из наших гномов защиту. Вот сейчас с молотами они встанут, с грозным подняв одно коленушко наверх.
и будут защищать наших стрелков великих и могучих. И, как всегда, сделаю я себе опять же здесь. О, блин, ты смотри, у нас как клево. А, у нас, смотри, сод. Вот я сейчас содом все сохранения. Вот у меня и будут содовые. А, вот, так. Так, не понял. Ух ты, блин, что-то я вообще натворил не то. Короче, сод. Ой. Так, 0-1 и... А, да, пусть это у нас просто будет бой тогда. Вот это у нас будет... нет, бой. Потому что там я еще дни сделаю, да? Замечательно. И бой. Бой и сода. Сохранить. Ладно. Ну, это я, как всегда, это мои, собственно... Вот именно, кстати, после дыхания смерти-то я и понял, что у нас... Даже переигрывать не будем, да? Ну, не будем, да? Тратить время, все понятно. То есть, пока они подлетали, мы их снайперами просто забили, а гномы у нас защитили. Просто прекрасно. Зеленый, вы потеряете свой последний город. Вы потеряли. Когда мы его потеряли, я не понял. Если на следующей неделе вы не завоюете город, вы будете уничтожены. Тоже, да. Мы его и не теряли, у нас его и не было. Так, ладно, захватим тут по дороге. Вообще, ну что, будем захватывать или сразу до города пойдем? Обычно, ну, кстати, можно на разведку сходить, если город рядом, а можно по дороге и пошляться. Хотя нет, город-то нам... Давайте я, правда, не буду терять время. Вот сразу я возьму, наверное, городок, а потом уже буду возвращаться вот сюда вот. Так, ладно. Вот у нас и городок. Ну что, поехали далее. Красиво, мне нравится это Джелу. Ну, Джелу мне почему-то больше нравится, когда он Джелу был. Именно Дже, через Дже. А зеленый, вам осталось 6 дней, чтобы схватить город, иначе вы исчезнете с лица земли. Я понял, блин, сюда зайти, что ли? Ну, давай, ладно. Вот сейчас нам, кстати, уровень гладкой полированной поверхности увеличит нам уровень имущества. Я, честно говоря, никогда не беру. Потому что, да, там 125, потом 250, 350, по-моему, в день, но потом, когда ты разыгрываешься на больших картах и сценариях, эти тебе 350 как мертвому припарка, но они у тебя целую клеточку отнимают, в которую ты мог бы положить другой, более крутой такой навык, такой классный. А у тебя там лежит какие-то вшивые там 350 рублей, да? Если помните, на больших картах, например, там, блин, вообще у тебя прибыль 100 тысяч в день, например, и что тебе эти 350 рублей? Фу, лучше взять нападение, там, атаку или там магию какую-нибудь. Ну что ж, шкелеты, валим о вас. Я даже не стал сохранять там день, потому что, блин, да, ребят, ну как-то даже неинтересно, даже не переигрывать не приходится, потому что вы все основной поиск пути. Вот тоже хорошая вещь, пункты занижают затраты передвижения по пересеченной местности. Вот что взять, тут такая вещь, да, пересеченная местность чаще всего нам. Когда есть возможность, конечно, лучше я беру всегда два. Я вот когда говорю лучше, это я имею в виду всегда свое личное мнение, чтобы не придирались, ребята. Потому что все всегда: о, нет, ты что, ты, чувак, не прав. Нет, ребята, это я так играю, мне так хочется. Вы можете как угодно. Так вот, я стараюсь брать два, если этих навыка, и пересеченная местность, и общее передвижение по всей территории. Но если нет, как бы, возможности, если тебе жалко клеток, если ты что-то другое решил брать, то, конечно, я чаще всего беру, ну, передвижение по пересеченной местности, потому что по дороге ты и так, как бы, хорошо скачешь, а вот по пересеченной местности всегда тебя сильно притормаживает, и когда тебя вот сейчас 25, потом 50, потом 75%, когда ты почти в два раза там больше проходишь по пересеченной, это, конечно, очень пользительно. Так, ну что, давайте, возьму я пересеченную местность. Я вообще, мне надо. Мне надо, сейчас вам скажу, какие навыки. Мне надо, естественно, мудрость основная. Это само собой. Мне надо магию земли. Это само собой. Желательно, конечно, магию воздуха я беру, потому что там ускорение у нас. Там еще, ой, забываю всегда лечение. Что, ну, короче, еще у нас передвижение. И, естественно, у нас самое, вот, может быть, даже нападение. А, нет, защиту все скорее возьму. Потому что нападение мы будем стараться, я буду снайпер, естественно, у нас дальние все стрелки, поэтому нам уже защита, ближнее нападение дает ближний бой, вот навык нападения. Вот, в ближний бой мы будем вступать реже, поэтому защиту, ну, естественно, возьму тактику основную, это само собой, это обязательно, чтобы защищать в начале битвы, когда у тебя нет права первого хода, ты, например, только со снайпером, а у него уже тупо драконы есть, чтобы ты мог сразу выстроить защиту около своих снайперов, тех же самых.
Так, ну что, ребята, поехали. Город. Брум, почему я никого там не вижу? Кто там сидит у нас? Ну давай, ладно, берем. Этот город станет отличной штаб-квартирой. Захватите его и быстро отстройте. Будьте осторожны, пока вы будете далеко. Ваши противники могут проникнуть в город и отнять его у вас. Обязательно оставьте в нем войска и, возможно, коменданта, чтобы защитить город от нападения. Я окей. У, ящик Пандоры. Обожаю ящики Пандоры. Ну давай, бей. Да, нет. Да, ладно. Блин, нет, похоже, все равно потеряю, потому что вон... чуваки, даже, кстати, сейчас, наверное, вручную больше потеряю. Смотри, 1-2, потому что там стрелки воскрешения у меня нету. И поэтому, так, кого мы первых колбасим? Ну, естественно, вот этих ребят, потому что здоровье-то у них то же самое, но они у нас стреляют так круче. Так, ну да, само собой. Так, давай. Ой, что, сразу всех, что ли? Ну-ка, давай. А, нет, один остался. Куда пошел-то, блин? Чувак, не-не-не, ты что? Ты что творишь-то, блин, 25. Так. Ага, подождите. Ну, блин, сейчас нет, до тех стрелков не добежит. А там мы сейчас гномов просто выстроим. Тогда колбась стрелков. Да. Ух ты, блин. Ай, одного все-таки завалили. Так, ну давай, приближаемся. И гномиками мы защищаем наших дорогих и обожаемых. Так вот, сюда вот, чтобы лошадки не подошли у нас. Самое главное, чтобы лошади нас не тронули. Так, и вот так. Угу, все. Теперь, ну что, прям колбасим тех, да, все, стрелков, чтобы они вообще нас не трогали. Потому что, ну что, лошади-то они у нас пока дойдут, они у нас, ну, гнома одного завалят. Ну, здесь шестерых сейчас, по шестерым. Хотя, а вот стрелки-то у нас сейчас могут нас поколбасить. А мы их вот так вот. И гномы, потерял я, конечно. Вот. Сейчас, конечно, жалко у нас тратить на этих, на стрелков-то всего-то. У нас тут выстрел, хотя они у нас уже тогда не будут нас вообще беспокоить. А потом следующим ходом гномы до нас нет, не дойдут. Давай, ладно, потратим и фиг с ним. Ух ты, блин, гномы тоже. Гнезда, может, чтобы не потерять трех гномиков, знаешь, мы что сделаем? Мы их отведем вот от этих десятерых гномов. И мы сейчас, вот смотрите, здесь делаем какой кузяк-базяк. Так, всех защитим. А теперь снайперами будем добивать вот этих вот ребят. Одного, да, гном убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я был неправ. Ох, как я был неправ-то, блин. Ой, как был неправ. Нет, смотри, не убьют, смотри. Да, все, в принципе, это замечательно получается. Так, гномики все стоят. И, ах ты, ёхты-мохты, что ты у нас? Нет, блин, не заколбасит он у нас. Не даст я снайпер, ему не будет шансов у снайпера. Ну ладно, давай тогда вот снайперы. Да, даже ждут, подожди, вот. О, замечательно. А теперь эти колбасят всех. Да, всех. И гномики, да, и у нас потери 1-5 гномов, конечно. Очень было жалко 5 гномов, но без этого никуда, зато мы меньше потеряли стрелков. Там-то у нас был один гном, но здесь мы у нас положили больше гномов, но зато больше оставили наших стрелков. Так, продвинутую стрельбу. Вот теперь чего? Основная магия воды. Ох, я как-то все-то забываю. Основная магия воды у нас, конечно, там много тоже всяких полезных, но у нас не хватит на них клеточек, чтобы взять всю магию у нас. Поэтому мы сейчас оставим у нас магию воды, не будем брать, а возьмем у нас, конечно, с нашу стрелковую, нашу, блин, эту. О, пока строить нечего, ну, то есть, как его, блин. Короче, круче будем стрелять. Драконий сказал, вообще ничего нету. Только, а, нет, есть, смотри, усадьба, коттедж. О, все, да, ферна даже есть. Все отстроено, можно даже сейчас, если мы наберем себе денежек. Так, опять нажимаем Ctrl и пум-пум, делим гномиков. И брать-то можно, но некого. Так, то есть не на что. Так, давай, тогда нам нужны денежки. Кстати, нам нужны кентавры. Кентавры тоже неплохие, но на самом деле впервые-то нам сейчас вот надо будет денежек, хотя тут всего 500 будет. А, блин, где бы еще-то бабла-то набрать? Блин, как вот оно обидно-то. Так, может быть, здесь пройдем? Так, стоп, давай я сохраню сейчас. Очень хочу, да, сохранить, и сохраню я сейчас. Так, какой там день-то у нас был? Ха-ха.
Так, я забыл уже, какой день был. Ладно, фиг с ним, пусть будет 0,2. Вот так и поехали далее. Хочу вот здесь просто посмотреть. Да, вот здесь вот у нас, по-моему, короче будет проход. Полетели, ничего мы строить не можем. Ху, уже 500 рублей пришло. Это уже замечательно. И сейчас посмотрим, или строить, или нам далее. Смотри, блин, тут и шахты, и все. Господи, чего только нету и сколько всего пользительного. Третий день у нас сейчас. Так, давай, пока я... Да, ха, вообще без потерь. Да, горбатики, вам не прет всегда, потому что вы... Ой. Так, ну что, я вот эльфы, лесные эльфы, брать, не брать? Конечно, взять бы, конечно, неплохо. Там 5 всего эльфов я смогу взять. Но третий день, денег нет, поэтому пока никого мы брать не будем. Где деньги? Так, нам надо и вот этих надо бить, да всех нам надо бить. И нам надо, блин, золотую шахту. Слушай, давай-ка я сейчас, знаете чего, я сделаю такую разведку. То, что я люблю делать, я сделаю разведку просто... Да, посмотрю, у нас что на карте, хотя можно и... А, нет, у нас магии-то нет вот этой. У нас вообще, блин, книжка магии-то есть, алло. Блин, нету, а я что не купил в городе, а у нас не было денег, да, точно, и гильдии магов нету, и вообще какого хе, непонятно. Так, ладно, давай, сейчас я схожу просто на разведку, вот я сохранил этот день, и хочу посмотреть, что у нас там на карте дальше, ну, потому что мне нужна, в первую очередь, конечно, золотая шахта. Вот, смотрите, тут и деревянная, о! Ух ты, ёх ты, мох ты, чувак, блин, нет, мы тебя, конечно, не побьем, вряд ли, ну, очень вряд ли, но попробуем, ну-ка, давай, попробуем, ну, ты смотри, он выдвинул какой-то, ха, он даже на нас напал, враг бежал, я его даже победил, ты епитическая сила, блин, это как круто-то, ты смотри, а он, да, через подземный проход бежал, блин, нифига себе. Ребята, я его победил, блин, так, еще что ли, а, ну да, да. А, он просто вышел, на нас напал. Фу, так это вообще очень замечательный город. Я даже, кстати, неплохо сделал, что его взял. Вот даже я не знаю сейчас даже переигрывать. Смысла никакого нету. Ну ладно, давайте я сейчас, знаете, еще что по дороге сделаю. Загружу я, теперь я знаю, и я обязательно сделаю то, что сейчас как раз сделал. А захвачу я как раз вот этот вот город. Само собой, надо делать, захватывать город, тем более я понял, что у меня есть такая возможность. И, кстати, я бы даже сейчас, наверное, стрелков вот здесь бы набрал, ха. И это было бы, да, тоже здорово, вот набрать стрелков у меня бы еще прибавилось, даже наплевать на все остальное, там, золото и т.д. и т.п. Я их сейчас по дорожке бы увеличил, то есть улучшил, поэтому я сейчас... Ай, блин, я сейчас не смогу. А, нет, ну-ка подожди, да, загрузить вот что у нас тут на второй-то день. Да, на второй день, вот я что сделал, точно. Вот сейчас я сделаю, чтобы лишние ходы тупо не делал. Смотрите, делаем вот так, завалим их, замечательно, берем деньги, прекрасно. Теперь берем мы эльфов, все-таки мы пятерых. Ай, блин, и опять я сделал не то, за блин. Ай, гномы нам мешают, да что такое-то, где у меня автосейв? А, так, гномиков вот так вот объединим. И давай еще раз, стоп, мы сейчас сделаем. Вот сейчас мы сделаем вот тот город, будем брать. Видите, как полезно сохраняться и загрузятся. А, почему? Ну, потому что я узнал, что там находится вот этот вот город. И просто переиграю, и потом я вот сейчас вот не буду делать лишних ходов. Возьму вот этих эльфов и пойду далее у нас по плану. Даже не буду ничего тут по дороге. Хотя можно, кстати, зайди, потому что третий день он там ничего не сделает. Можно даже немножечко себе увеличить опыт. И это будет, кстати, неплохо. А вот давайте я сейчас тоже сохраню вот так вот эпический четвертый день. Да, и сделаю... Вот такую козю-базю. Сейчас я, во-первых, наверное, наберусь опыта, а во-вторых, я себе уже наберу шахт немножечко, и нам тут будет кое-что приходить в этих шахтах. Замечательно. Опять мы бьемся без потерь, и у нас сейчас будет прибавляться у нас... Блин, как мгновенно-то прям даже я только подошел, хопа, уже все, победил. А вот, прекрасно. И что у нас? Мудрости, естественно. Ай, сейчас бы и стрельбу взять покруче. Нет, ну мудрости, я боюсь, что просто потом нам...
И золото, смотри, какой четвертый день. Осталось немножко дойти. Ладно, пока не буду я брать золото. Так, он на нас напал. Ха, чувак, ты что творишь-то, дурак? Смотри, 1-2-2-2. Ты вообще, ты как соображаешь? Ты выскочил из города, и ты на нас напал. А кто из них сейчас до нас дойдет? А из них до нас сейчас вообще никто не дойдет. И снайперы, кстати, кого бы валить-ка? Валить-то, конечно, вот этих тоже хорошо. Но у нас, потом-то что мы сделаем? Да, давай валить стрелков, те, что потом-то остальные-то все нифига до нас не успеют дойти. Давай тогда валим мы стрелков в первую очередь, чтобы они нас не беспокоили никак. Да бляха, муха, птица, рух. Ну все, крындец, надо было рух, значит, валить. Ай-яй! Неправильно я сделал. Слушай, у них, да, не рассчитал я, что удача. Ну, потому что птицы рух-то больше нанесли урона, чем те же самые вот эти. Поэтому я опять, как я уже привык, вот такой я пакостник мелкий. Я просто беру и тупо элементарно же все. Просто беру и переигрываю, да, и он нападает опять. Хотя мог бы и не напасть. Это вот тоже бабка надвое сказала. Иногда-то они играют, блин, вроде думаешь, сыграет так. Нет, он играет совсем по-другому. Ха, и почему ты не стал ходить далее. Я же сейчас птицы фрукт твоих всех просто довалю. Смотри, ну чё, добиваем? А, подожди, тогда мы сейчас посмотрим. Если этих семерых-то у них урон 2-5, то 14-35. Я считаю, сейчас не считаю вот нападение, атаку и защиту. Я вот сейчас вот не беру в этот в расчет, потому что, как бы, если сравнивать, то и то, и то будет и так, грубо говоря, короче. Так, ну ладно. А у нас, да, у тебя там урон-то будет 35, а у этого до 15. Ладно, ну тогда давай вот этих немножко разрядим. Разрядили мы просто прекрасно их. И теперь птицефрук завалим. И не завалили, сволочь. Ну ладно, как скажешь. Так, здесь птицерук куда у нас долетят? Так, ну ладно, давай гномиков сюда поставим. Вот так вот. И этих тоже, блин, прикроем. Самое главное прикрыть, конечно, снайперов. Потому что снайперы у нас самые-самые-самые-самые основные. У нас кто стреляет, основные, кто у нас бьется, и основные, кто у нас не дает, а те тем же самым. Так, стоп, блин, у нас сейчас и вот эти вот дойдут, и чудища дойдут. Нет, не дойдут, мы их сейчас вот так поставим. Ах ты, скотина! Вот и гад-то, блин, у меня и нету. Ты смотри, что творит-то. Вот сволочь. Блин, ну ладно. Так, птицы рух. Блин, там у них здоровье 7 осталось. Ладно, давай. Я не знаю, чудище, что ли, стрелять. Кого? Вот тут ты не знаешь, кого стрелять. Вроде, блин, ты вот такой хороший. Поэтому и не знаешь, кого тобою уничтожать-то, в принципе. Давай, ладно, чудищ попробуем уничтожить. Еще раз. И чудищ завалили. Чудищ, прекрасно. Так, птицы рух. Ну что, завалим птицы рух. Скорость 7. А у этих скорость, кто будет первый ходить? Ай, пардон, ребята, у них тоже скорость 7. Только, блин, я забыл, кто из них будет первый ходить. Ну ладно, давай. А кто у нас? Вот этот вот дойдет, этот ни до кого не дойдет, так что давай лошадей мы сейчас. Так, ну что, что там, здоровье сколько осталось? Так, сколько у них осталось? 27. Нет, не уничтожит, поэтому я, знаешь что, я сейчас буду ждать. Вот так вот мы отщелкнем, у нас гномики встанут у нас, блин, смотри. Да, гномики вот сейчас вот загородят здесь, потому что вдруг другие гномики тоже у нас могут загородить. А другие гномики, блин, нет, не пойдут у нас. Чувак, ты сейчас, да, тоже мне нехорошо там сделаешь. Ай-яй, не нравится. А мне? Ну чё? Ну давай, ладно, попробуем шарахнем птицрух. Сейчас вот так вот сделаем. Вдруг всё-таки... Нет, они, конечно, не убьют, но я надеюсь, что птицы вот эти вот сейчас гномики добьют. Нет, не добьют. Сколько осталось? 23. Да вообще никакие повреждения не наносит. Зараза, еще раз смотри, засандалил. Сволочь прям по снайперам целенаправленно... Гад бьет, блин, скотина, блин. Вообще. Ой, как ты меня, я не знаю, бесишь, сволочь, блин. Так, ну давай, ладно. Так, и снайперы. Снайперы теперь у нас... Теперь мы будем валить самых тех, кто у нас самый-самый-самый-самый может теперь урон нанести. Опять из рук, блин. Вот они прям, ну смотри, мне на всю мазу портят, сволочи. Так, вы не дойдете? Ну, сейчас вы вот знаешь что? За счет того, что ты вот этих снайперов у нас пытаешься забить, я, возможно, тебе сейчас даже не дам... Нет, отступит все-таки, сволочь. Все-таки
это отступит, гад. Да, у него, ты зараза, и 5 снайперов у меня забил. Вот сволочь, блин. Не нравишься ты мне. Ну-ка, стой. И я сейчас сохраню, да, 5-й день. И вот посмотрю, подожди, а что он у меня? Я просто забыл. Ну, это тупо мой склероз, да. Я посмотрю, насколько я сейчас, вот, насколько он у меня автоматом сыграл лучше. Лучше, чем я. 5 снайперов. Ну, это, конечно, очень дорого. А здесь он нас скольких забил? Стоп, тоже 5. Блин, прикольно. 5, 2, 1. Я меньше потерял. То ладно. Ага. Нет, загружаем мы, естественно, свою битву, потому что мы-то бьемся, блин, получше, чем ты-то. Какого ты нас так подставляешь, блин, а? Нет, он как специально, нарочно, сволочь. Так, ну что, там сейчас никого нету. То есть, тупо, если сейчас быстренько забежать в город, то в городе сейчас вообще никого нет. Так что давай мы сейчас быстро просто наскочим на город, потому что если я не успею сейчас в этот день, то на следующий день он тут кого-нибудь наймет. Все, а теперь город тупо наш. И мы сейчас берем книжечку заклинаний, и мы выучиваем даже заклинания. И у нас тут все прекрасно. Я забыл, кстати, может ли он орков переделывать снайпером. А вот это вот вопрос, кстати, интересный. И сейчас я посмотрю, сколько у нас стоит. То есть, Ctrl нажимаем и пу, отщелкивает. Ой, блин, красота, почему я раньше эту кнопочку не знал, ребята? Мне каждый раз приходилось вот это, потом делить, потом, пу, блин, зараза. Как это? Ай, зараза, так, что я сделал-то? Так, разделил, я хочу сейчас, вот, да, улучшить, посмотреть, сколько улучшает. 200 единиц, то есть, ну, этот, естественно, дешевле улучшается. 200 единиц, чтобы сделать из него снайпера. Блин, очень дорого, конечно, но очень, конечно, эффективно снайпера, конечно, ребята, красота. Ну, их сволочи еще бьются, и маги. Я сейчас посмотрю, вот, чего сделать. Видите, объединил я, альтом опять нажал. Стоит, надо ли мне что-то строить или мне делать снайперов. Здесь, конечно, о, да, он у нас 1000 единиц. Здесь что нам надо строить? Ну, здесь у нас чудище есть, пещера циклопов, конечно, прекрасно. Но для этого надо 20 кристаллов целых, блин. Вот чем этот город так немножечко хреноватенький, что тут огромное, как вот тут надо. Здесь нужны эти камушки. Здесь там вот, нет, здесь-то ладно, здесь камни-то, но вот нужно 20 целых кристаллов собирать, да, и 20 кристаллов для учеса чудищ. И посмотрим, что мы в нашем городе. В нашем городе, конечно, прекрасно, что нам прибывает уже усадьба. Опять везде нужны кристаллы. Туды твою налево. И тогда мы будем, наверное, все-таки строить префектуру, ждать. А на данный момент, я не знаю, сейчас пока, наверное, не буду тогда тратить, потому что я думаю, и не улучшая до снайперов, хотя нет, можно. Вот этих вот просто надо на самом деле. Надо их разделить шифтом, смотрите, пум, и он делится, ай, какая же красота. Так, ладно, да, будем делать, пусть у нас 7 снайперов на данный момент будет. Так, и, ребята, тоже Ctrl нажимаем, пумпс, делятся гномики, как прекрасно-то просто. И гномики просто делятся, как амебы. Ух, давай, ну, руки поднимай, нет, не хочет поднимать. Какая красивая полянка-то, клеверная, коровок сейчас запасти туда, будет прекрасно. Ну что, пошли, пока я никого даже не нанимаю, но боюсь, сейчас красная откуда-нибудь еще выскочит. Правда, мы лишили в одного города, и это очень просто хорошо. Как бы он сейчас не выскочил. Нет, не выскакивает. Так, сохраняю я 6-й день. Почему я каждый день сохраняю? Потому что все просто сейчас играется у нас на грани, и может выскочить он в любой день, и чтобы не переигрывать весь вообще сценарий, я, конечно, сохраняю себе, естественно, лучше сохранить, блин, один день переоткатить на 2, на 3 дня. Ха, без потерь. Ну, просто красота. Ты просто красопупелька. Так, давай, камушки нам нужны. Здесь у нас что? Вот у нас ртуть. Теперь у нас, да, выбор. Или мы идем сюда, или мы идем за ртутью. Потому что нужна нам ртуть. Ну, хотя, да, потом возвращаться к ней, конечно, это далеко. Даже если мы сейчас заберем дерево, дерево у нас тоже нифига не прибавляется. Насколько нам нужна ртуть? Или насколько нам нужно дерево? И насколько нам потом возвращаться сюда? А, кстати, можно ртуть. Ртуть вообще нам нужна только для гильдии магии, получается, да? Вот смотрите,
А, подождите, вот здесь не нужна. Нет, нигде не нужна ртуть, ни в каком городе для строительства, только для гильдии магов. Нужна ртуть, поэтому можно с ней тупо повременить и потом туда просто прислать какого-нибудь другого бойца, чтобы он улучшился. И поэтому я не пойду сейчас за ртутью, не буду тратить на время, а вот пойду за деревом. Деревяшка нам нужна. Деревяшка нам просто необходима, вот эта вот лесопилка. Почему там никто у вас не работает на лесопилке? Стоят эти гнолы, а рабочих там нет. Ну все, конечно, автоматизация, 21 век. Ты что, чувак, издеваешься, что ли? Какие нафиг там рабочие? Блин, я ничего не могу построить, потому что тупо нету этих деревяшек. Блин, кстати, смотрите, у нас там гномики уже и все прибывают. Так, ну ладно, поехали. Давай. Ну этих-то вообще без потерь, естественно. Конечно, мы так заколбашиваем и поехали. Вот что у нас очень-очень хорошее. Это у нас сундучочки. Денежки. Поехали далее. Так, блин, сволочь, он собрал там все эти ресурсы, гад. И он сейчас, наверное, даже ящик Пандоры откроет и все там заберет. Вот, блин, ё-моё. Ух, как нехорошо-то, блин. Ну как так? Я-то надеялся, что там до меня это все дождется, я все это соберу. А это смотри, там что натворил-то, блин, взял и собрал их всех. Так, а вот здесь вот что у нас? Так, давай на разведку сходим, да? Я 7-й день сохранил. Просто тупо разведка, да? Разведка. Ха, вот тоже у нас. Тут тоже ресурсики. Ой, смотри, тут какие ресурсики-то. Тогда мы сейчас еще раз на разведку. Я хочу посмотреть, что здесь. А, здесь синий страж границы. А синий у нас нет. Зеленый, красный, синий где-то там у нас в другом углу, похоже. Да, здесь, по крайней мере, синих нету, страж границ. Ладно, тогда мы забираем. А, да, вот здесь вот очень полезно. Правда, не знаю, зачем нам вот эти вот зомби нужны. Фиг его знает. И хочу посмотреть, что здесь в этом углу. Так. Ну, короче, синяя страж границы. Загружаем. Тогда мы 5-й день. 7-й, точнее, день. Загружаем. И будем, да, брать тогда сундучки. Естественно, золото. Само собой, всегда я беру золото. Ну, возьмем зомби, я не знаю зачем, просто чтобы было наше. А зачем они, правда, нам нужны? Я фиг его знает. Хотите живять? Нет, не хочу живых мертвецов. Но я их на всякий случай, как говорится, забрал. Так, как всегда перед битвой, чтобы, не дай бог, бой не так пойдет, я мог его переиграть. Ух ты, блин, гномика у нас забрал. Ну-ка, давай мы попробуем, чтобы ты нам... А, что я делаю? Я же мог улучшить своих этих... А, смотри, о, эти в кольчужке, эти голенькие. Денег не хватает им на кольчужки. Так, ну давай, колбась. Блин, а все бы могли быть снайперами. Да что такое-то, блин? А, кстати, я даже без магии вообще. Лихой такой, да нафиг нам магия-то нужна. Блин, ну ладно. Так, стой, дай толку-то... Ой, гномами ходить никакого. Гномы ничего не делают. Так, ну, подожди, откуда тогда у нас потери-то взялись? Вообще, как он там с потерями сыграл? Или он не с потерями сыграл, я не помню. Нет, по-моему, с потерями сыграл. Чего он делал, вот, чтобы сыграть с потерями? Так, ну что, набираем 6000 у нас, ха. Ну, давайте, ребят. Мне кажется, можно что-то построить. Что у нас тут строится? У нас тут строится, естественно, префектура аркодендроидов у нас. Префектура, само собой, давай, чтобы денежка шла. И я надеюсь, так, вот здесь вот у нас нет храм Волгалы, что у нас, только пещера циклопов нужна, но для этого мы знаем, что нам надо, то, что у нас пока нету, это огромная кучечка кристаллов, где эта кучечка валяется, кто же его знает. Так, ну что, давай тогда вот здесь вот в таверны, что ли, наймем кого-нибудь, посмотрим, кто у нас здесь есть. У нас два героя, ну мы можем-то, в принципе, потом еще кучу понабирать, стрельба, круто, чувак классный, лидерство и стрельба, это класс, а девочка у нас мистицизм, ртуть, оружие. Основной мистицизм и плюс одну ртуть еще в день. Это вообще красота. С самого начала, считай, всегда нам будет приносить Риза, алхимик. Ну что, кого берем? Или чувака со стрельбой берем у нас, да? Кого будем улучшать? Кто у нас? Она с ртутью. Вот, естественно, ну, мистицизм мне не нравится вообще. Вот этот вот, который прибавляет там баллы в день. Это вообще такое... По-моему, оно, да? Я что-то забываю. Блин, сейчас посмотреть не могу. Нет, ну возьму я, наверное, вот этого чувака у нас... Он у нас
Да, мне больше нравится покруче. Покруче будет. Так, что, поехали? А, оставим мы здесь в городе. Кстати, оставим мы вот так вот. Оставим, пусть он с одним бегает чуваком. Я думаю, для того, чтобы отступить, свалить. Кстати, он вообще ему не нужен был. Он сейчас вон этих у него наберет кентавров. И, кстати, может быть, и в конюшне-то надо было кентавров взять. Кто у нас кентавр? Что у нас по скорости? Это скорость 6, а этот у нас скорость 4. Взять, если одного кентавра, можно потом сразу ходить с кентаврами. А давай, да, сколько у нас один кентавр? 70 единиц? Да давай, возьмем, давай, нанять одного кентавра. Хотя, может быть, и не стоило. Ну, ай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ну, меняемся, конечно. Так, поехали. Ну что, а, здесь был, здесь посетил. А, ну давай мы тебя сейчас улучшим, конечно. Так, а, построили мы здесь все. Ну давай, конечно, мы тебе дадим навык. Ты же у нас будешь образованный, чувак. Вот ты первый класс прошел. Перешел во второй класс. Артиллерию не беру тоже никогда, простите, ребят. Ну, потому что два выстрела с вероятностью двойной ущерба. Опять, для этого нужна баллистра. Если баллисты нет, то вообще этот навык у тебя просто тебе ничего не дает. И ты как дурак, грубо говоря, с этим навыком вообще, блин, как идиот, и нафига он тебе получается нужен. Так, гарпии, ага, вот что взял, блин, для чего взял, далее никакого смысла нету у нас ходить, потому что ничего нам не, ну, то есть побить мы, естественно, медузы я вообще не смогу. Гарпии есть как бы шанс, но опять же магии нет, ничего нету, то есть на данный момент стрелков нету, то есть шанс вообще нулевой побить этих гарпий. Так что я вообще не знаю, зачем я тебя тогда нанял. Ты у нас просто будешь сейчас шляться. Ну да, иди тогда повышай навык. Что тебе еще делать? А, да, ты можешь взять, чтобы вот здесь вот не пропадали у нас лучников. Потому что они у нас там парочка, по-моему, осталась. Так что мы иди-ка, возьми-ка. Астрологи провозгласили месяц ворона. Население городов и замков не помер. А выросло у нас, да, замечательно. Первый день, вот ты у нас сейчас будешь собирателем земель. Да, не успел ты сходить. Блин, пошел ты, вот взял кентавров, но не взял стрелков. Ну, не знаю, может и тупо было. Нет, ну это просто закономерность. Вообще нельзя спокойно поиграть. Ты сидишь, ну весь день сидишь дома, блин, и к тебе никто не... Ой, пардон. Никто не позвонит. Нет, ты начинаешь играть, тут же звонит. Тут же полчаса не поиграл. Так, ну что, давайте в конюшне кентавров. Ну давай, ладно, возьмем еще раз. Что-то зря я от них вообще отбежал прошлой неделе. Ну ладно, фиг с ним. Так, здесь был. И, блин, вот хорошо бы, конечно, гарпий-то побить. У нас, нет, 29. Без магии, без всего, ну вообще никак. Без шансов. Единственное, что, кстати, знаешь, что он может? Он может так хитропопинское сделать. Он может забрать вот у нашего вот этого, как вот, Тарнума, да, или как оно... А, кстати, а почему ты-то за... Зачем? Иди у него, возьми несколько снайперов, ты же тоже стрелок. И у тебя, в принципе, снайперы тоже эффективно будут действовать, поэтому... Знаешь чего? А иди-ка ты, правда, у него снайперов возьми. Стоп, загрузим мы сейчас тогда автосейвик, и чтобы лишний раз, да, не ходил, чтобы без... Ну, проход бестолковый не делал. И вот сейчас мы сделаем вот так. Иди. Бери снайперов, потом ты уже всех успеешь там взять. Ах ты, блин, ну что ты, как ты, вот, все. Так, давай, сейчас он тебе даст несколько снайперов. Смотри, а ты ему, кстати, отдашь несколько этих. Он тебе гномиков, чтобы у него проход был покруче. Давай, и у него, забери у него вообще всех гномов. Гномы, конечно, они крутые, но скорость 5, а у этих, да, сейчас на данный момент не сильно большая разница. Так, и сколько у нас денег-то, смогу я там 10 снайперов-то зафигарить? Ну давай, вот тебе на, чувак, на тебе 10 снайперов. Так, и оставь, ладно, ну что, или мне гномиков оставь. Гномики, да, здоровье дофига у них. И на данный момент эти пока не сильно у нас скоростные. Ладно, а я себе сейчас, ну, я тут себе снайперов наделаю, конечно. Так, ладно, давай, так, все правильно сделали мы? Или все-таки скорость-то ему повысить немножко? Нет, давай вот так вот сделаем, так, хоп, вот так вот поменяемся. Пусть я буду поскоростнее, пусть я буду поживее, пусть я буду побыстрее, пусть я шляться буду покруче. Так, ну что, побежали. Так, и ты у нас здесь разделим. Нет, все в порядке. Поехали. Теперь у нас Джеллу. Вот теперь он Джеллу. Почему он был Геллу?
Смотрите, теперь уж там Джилл. Он Гелу был, по-моему, да? Насколько я... Блин, что-то я не понял. А, кстати, я вообще вначале прочитал. Да, по-моему, я все прочитал. Забыл я уже. Ну что, Гелу? Так, сохраняем мы, кстати. Первый месяц, вторая неделя. Сохраняю я сод. Вот так вот я сохраню. Сод 01, первый месяц 01-02. А, замечательно. Вы вот так вот. Да, хочу. Ну, пошли. Давай бьем. Ну, естественно. Нет, потери нам не нужны. Сделаем мы вот сейчас по-другому. Ой, блин, что я сделал? Я их думал, я расставляю войска. И вообще я неправильно все сделал. Блин, зараза. Так, все, давай. Да, блин, вот я неправ был. Я же хотел вообще, сколько денег-то у нас еще. Да, 2400, ха, замечательно. В городе пока, ну просто деревяшек у нас не хватает. Мы ничего пока вообще строить не можем. Ни в том городе. Потому что просто дров у нас ноль. И поэтому я просто буду улучшать вот этих вот снайперов. Всех? Нет. Не всех, а вот забыл нас. Сколько они у нас улучшаются. Вот, да, опять я неправильную дележку я сделал. Фу ты, блин, вышел. Теперь опять Alt, пумпс, нет, а, Shift. Вот, блин, я просто вообще, я гений. Сколько у нас? Итак, 175 единиц получается. То есть здесь 1750 на 10-рых, то есть 175 на 1-го, да? И получается у нас 9, а тут 680, это у нас, значит, порядка 3-4, да, мы сможем улучшить. Ну, правильно, вот мы сейчас так, шифтом и 4, нет, троих. Блин, зараза, так, Ctrl, пукс, одного, и вот троих, да, все, смотри, 13 снайперов у нас. Это уже прекрасно, и сейчас мы еще разделим вот эти, Ctrl нажимаем, и по одному у нас отлетают, и будут они настоять в защите. Все, прекрасно, и теперь, да, я сохраняю опять, бобой, 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 бобой. И вперед у нас бить наших этих людоедов. Вот теперь уже потери другие. И можно даже, я не знаю, посмотреть. Может быть, вообще сейчас будут они нулевые. Кого? Здесь, да, без магии, без всякой. Ха, просто прекрасно. Так, ну слушай, давай подождем. Может, они поближе подойдут у нас, ребятки. Кстати, можно было кучкануть немножко стрелков у нас. Ну, не будем, ладно, этого делать. Выставляем мы, так. Давай, загораживаем, загораживаем. Вот чем кентавры хороши. Они широкие, широкоспинные у нас кентавры. Так, ребята, вы у нас, у вас, да, удача есть. Поэтому вы можете два раза сходить. Ну, не знаю, насколько вам это поможет. Я единственное, что 11 кентавров. Вот мне, конечно, жалко. Так, стоп, стоять, стоять. И загораживаем. Так, ждем. Ай ты, блин, вот этого, что ли, добить. Да, ой, да, давай, добьем его. Все, одного нету. И вот теперь ты у нас, блин, просто красавец. Смотри, и да, вот как, смотри, как красиво-то все идет-то. Просто вообще прекрасно, блин. Так, ждем, блин. Так, ладно, вы тоже ЖЖ, и все у нас ЖЖ, только бы у них не отщелкнулась эта удача. Так, ладно, давай, пумпс, и еще раз, блин, вообще красота. Давай, так... Так, ну что, я сейчас удача у вас не отщелкнется, то вы ничего, то есть этот боевой дух, то вы вообще ничего сделать уже не сможете. Не отщелкнуться. Все, до свидания, вот и без потерь. Вот мы и кентавра одного сэкономили. Вот теперь у нас очень скользкий момент. Основная логистика. Два шикарных у нас увеличивает баллы перемещения героя по суше на 10%. То есть у нас и это 10, да, и здесь уже 50 последних затраты по пересеченной местности. Блин, и у нас там навыки сколько, да. Ну что, оставим мы там защиту-то, поставим, да, защиту вообще надо. Ладно, будем тогда продвинутый. То есть у нас, я решил, у нас вот здесь вот, конечно, этот, господи, как вот тактика, потом защита и магия земли и магия воздуха. Потому что, да, они нам тоже, чтобы ускорение, например, ставить, чтобы они первыми ходили всегда, снайперы наши. Так, ну что, денег уже нету, поехали дальше. Красный, нет, красный здесь не прошел.
прекрасно, значит, там нет палатки. А где тогда нафиг палатка? У нас, а, вот этих, наверное, надо быть медуз. Быть, бить. Кстати, а почему, блин, нафига он тогда сюда-то пошел? Вот, блин, ресурсы тогда, чего ему тогда тут-то делать? Иди ты, собирай ресурсы, отдай мне снайперов, а сам иди, собирай ресурсы, кстати. Нафига я этих побил и все, могу сваливать. И, кстати, ты бы сам их там побил. Правда. Давай, пошли наверх, пошли медуз бить, колбасить. Точно, точно. Сохранить. Ау, да, я сохраню второй день. На всякий случай, вдруг у нас там что-то сейчас не склеится. Ну, правда, он сам соберет. Вот этот сейчас придет, чувачок, и сам тут все соберет. Поэтому так все остальное вроде по дороге. А, ну вот здесь вот только этих лошадок. Тут и лошадок. Свиней хотел сказать. Да что такое-то, блин? Тогда ты... Нет, тогда ты вообще отдавай снайперов у нас... Нет, гномов оставляй. Пока, да, конечно, они тебе будут притормаживать ход твой. Но, надеюсь, потом у тебя все будет в порядке. Так, давай, 23, тогда вообще тебе не нужны пока снайперы. Но этот Джеллу тоже неплохо справляется с ними. Ладно, Джеллу надо круче быть. Так, давай, вот это вот иди, бери, правда, они тебе стражи хорошо. Хотите ли взять к себе воину? Нет, не хочу. Просто так я взял, просто чтобы оно было наше, потому что у нас на своих не хватает бабла, а мы еще чужих набирать, делать нам нечего. Снайперы, следующий вопрос. Снайперов пока я, ну что, не буду на них тратиться, улучшать, потому что что-то нам надо строить, надо в городах. А что нам надо тут строить? У нас муниципалитет, цитадель, вот. Классная вещь, нужная, необходима цитадель и заколдованный ручей нам нужен. Пушка единорогов бы неплохо, арка дриндроидов. Поэтому снайперов пока мы не будем улучшать до снайперов, потому что нам пока достаточно будет. А лучше мы подождем бабла, и вот здесь вот тоже мы кого хотим отстраивать. И да, тут и храм Волгалы, и, например, пещера циклопов. То есть все нам здесь надо. Поэтому, так как Джеллу пока у нас справляется с той кучкой снайперов, которая у нее есть, поэтому мы пока не будем, вот опять shift, и напополам разбили. Так, прекрасно, все. Поэтому, если будет лишнее бабло, тогда Джелла у нас, да, сделает то, что он и должен сделать. Ну что, пошли Джеллу бить вот этих вот. Там что, второй день? Ха, успеет все. Что у нас? Ну, только вот если здесь тоже побить, нужен нам этот ручей. Я не знаю пока на данный момент. На данный момент он нам не нужен. На данный момент нам нужны деревяшки. Потому что я не знаю вообще, пегасов нам. Нужно нам столько пегасов? Нужны они нам вообще? Давай, поехали за деревяшками. Поехали. Так, ну что, пока ничего не строим. Да, пока у нас ждем. Теперь мы строим здесь цитадель для чего? Для обороны. Потому что... А, и здесь... Ой, блин, вот здесь цитадель-то хорошо. Потому что здесь чудища. И, да, будут прибывать чудища. Это тоже очень неплохо даже. А здесь у нас что строится? Здесь тоже и цитадель, заколдованный ручей, арка дендроидов. Что у нас здесь? Здесь... О, смотри, кстати, уже даже есть для... Да, есть даже бабло, то есть есть даже на что строить. Блин, ну, правда, на заколдованный ручей мы сейчас потратим... И наши кристаллики, которые вот здесь вот для циклопов бы неплохо. Потому что циклоп это у нас... Хотя, у нас мы сейчас снайперами отлично, в принципе, орудуем. И нам циклоп это особо... Давайте цитадели везде отстроим. Во-первых, для обороны цитадели мы отстроим. Во-вторых, здесь мы уже цитадель не сможем отстроить. И во-вторых, что во-вторых-то? Не знаю, для чего во-вторых цитадель. А, чтобы прибавлялось, да, у нас население. А вот, кстати, вот еще денежка пришла. И здесь что у нас? Точность. Ха, вот это вообще прекрасно. И вот эта вот точность как раз, это надо отдать нам сейчас заклинание нашему Джеллу. Джеллу. Так, иди, чувак. А, да, ну, иди там, улучшай себе. Иди, образовывайся дальше, да, третьей клашкой будешь у нас. О, этот у нас седьмой, скоро уже выпуск не будет, в институт пойдет. И далее, что? А, далее, да, я хотел здесь попробовать цитадель отстроить, а здесь не отстраивается, потому что камамушков у нас маловато. А, хранилище ресурсов тоже пока не будем, да, можно, знаете чего, можно Джеллу добить, короче, снайперов до полной кучи. Сколько это? 1000, фу, замечательно. И теперь у нас снайперов, ух ты, ёхты.
ты мог, ты сколько. И теперь Ctrl, пумс, опять, блин, да как же это прекрасно и просто, почему, да, раньше этого не знал. Нажимаешь Ctrl, и он тебе отщелкивается сам. Так, сохраним. Третий день-то я вообще сохранял. Нет, не сохранял. Пупс, пупс. И поехали птички. Крылышками машут. Крылышками. Ух ты, они как развернулись-то. И ты прям у нас одного. Да и забирай, да и фиксим. Ладно, не будем напрягаться. И опять мы разделим так быстренько, чтобы защита. И вот у нас вот сейчас вот будет напряженная вот эта битва. Нехорошая, не очень, которая мне нравится на самом деле. Так, поехали. Следующий день. Блин, забрал он, сволочь. Рейнджер Рисуин приходится иметь дело с самыми разнообразными неожиданностями и опасными ситуациями. Будут и такие моменты, когда события начнут развиваться совсем не так, как вы предполагали или планировали. Сейчас именно такой случай. Несколько ваших обозов подверглись нападению мародеров и были разграблены. Разберитесь с этим. И как я с этим должен разобраться? Без понятия вообще абсолютно. И сохраним. Давай четвертый день. Посмотрим, как я должен разбираться. Ну давай, расскажи мне. Так, ну что, медузы? Колбасим, давай посмотрим, чем это закончится. На темной, полной угрозе тропы подозрительно тихо. Внезапно вы слышите шипение сотен змей, прежде чем вы успеваете повернуться назад. На вас выползает больше двух десятков медуз. Они атакуют. Кошмар просто. Пум! Нет, вы чё, блин, столько снайперов. Вы что? Обалдели, что ли, блин, столько снайперов положить, с ума сошли, блин, да я сейчас улучшу всю магию, а магию у нас фиг-то, а, медлительность можно, ну, можно жажду крови, да, наслать, но это, по-моему, только в ближнем бою она действует, да, разрушающий луч уменьшает защитные силы выбранного вражеского подразделения, отдельно, да, знаете чего, лучше, наверное, все-таки медлительность на, вот, наслать... А есть ли смысл, сколько у них скорость? Так, 6, 5. А у снайперов у наших 9. То есть снайперы все у нас все равно быстрые. Смысла от медлительности никакого нет. Поэтому лучше да вообще молнией шарахнуть просто. Да фиг с ним, извести просто молнию. Давай, вот на этих вот. А на этих, а смысл, что я на них извел-то? У них здоровье 36-8 урон. А у этих тоже, но атака... Да, блин, надо было вот на этих изводить. Ну ладно, фиг с вами. А, так, сколько? 180. Так, ну чё, давай. И похоже, всё-таки они наших снайперов-то поколбасят. И это очень неприятно, конечно. А я, давайте, ну пожалуйста, бейте вот по коняшкам. Ну, я вас очень прошу. Бейте по коняшкам. Давай, о, коняшки просто. Коняшки-красавцы. Встали, зашибись, замедлили этих. Ох ты, блин, ай, немножко не дошли до тех, блин, до медуз. Ой, немножко не дошли. Да что вы делаете? Так, заколбасили. Итак, одного снайпера мы потеряли. Так, теперь давай колбасим вот этих вот. А, чё, молнию, последнюю молнию тратим. Да фиг с ним, блин, задрали, да нафиг. У нас надо, чтобы... так, вот. Даже вот этих пятерых я сейчас шарахну на них. Молнии, чтобы их поменьше было. Бумс, вот их и 4 стало. Так, теперь 12. Так, стоп, 186. Сколько их там будет? Это сколько их отнимут-то? Да, лучше вот по этим. Давай вот по этим пятерых. А вот вы здесь, да, на 11 шарахните. Класс. Блин. Так, ну ладно. Эх, надо было. Так, опять он не встанет. Эх, нет. Да вот сюда вот хотел добежать. Ну, а ты, между, естественно, между девочками встань. Нет, они все-таки тебя... Блин, да что так? Ой, а как я этих-то не увидел? Зараза, 11. Зараза, ты смотри, я не увидел, что они отошли-то. Блин, я около них не поставил. Ай, великий тормоз. Так, давай переигрываем. Да я не увидел просто их вообще, блин. Ай, кошмар, блин. Я просто их не видел, я около них бы, конечно, сейчас поставил этих, блин, кентавров, минотавров. Туды твой налево. Ладно.
Так, а снайперы, знаешь, чего? Ну-ка, подожди. Я хотел их сейчас разделить, да, ровно напополам. Вот так вот сделать. И еще раз, да, блин, а слушай, а что бы нам, подожди. А что бы нам не подождать, чтобы он нам не принес еще, да, более эффективно, чтобы мы сбились, кстати. И, может быть, даже еще взять снайперов. О, кстати, а почему бы нет? Или вот сюда, вот, да, взять денежку и взять... О, точно, слушай. Почему, куда я тороплюсь-то, в принципе... точно. Куда я тороплюсь? Во-первых, кентавров надо взять, да? Да, пусть у нас больше кентавров будет. Чё я, правда, тороплюсь? Чё я суети? Не суети, Лёша. Давай, возьми. Да, Лёша, меня зовут, если кто-то не в курсе, кстати, блин. Давайте. Так, и ты у нас опыта тут, молодец. Все, пошел далее. А вот, и сейчас он нам передаст, кстати, передаст вот этих вот, как его, артефакт вот этот вот очень хороший. И передаст нам свиток заклинанием точность, который нам эффективность улучшит стрельбы нашей. Вот у нас будет заклинание, которым мы, кстати, будем пользоваться. И сейчас, так, давай. И мы вот, кстати, улучшим еще, возьмем эльфов и сделаем из них еще снайперов. И вот я тормоз какой. Нет, я лишний ход не хочу терять, поэтому я перегружу автосейв. Чтобы у нас на следующий день сходил, ничего пока строить не буду, потому что у нас сейчас я буду пробиваться вот этой девочкой. Хотя, может быть, и зря я это делаю, ничего не строю. Так, давай, берем мы всех эльфов, делаем из них снайперов. А, кстати, а есть ли смысл? Нет, надо пробиваться вперед, чувак, поверь мне. Так, давай. Так, делаем из них снайперов. Просто прекрасно. Так, еще у нас, смотри, сколько у нас уже снайперов. Какая толпа. Так, и еще ты у нас что делаешь? Ты у нас еще отсюда забираешь. Так, 175. Это ты скольких, если... А, 200 у них там улучшить. Значит, скольких ты... Ай, стой. Нет. Так, Джелу, да. О, нет, вот сейчас вот здесь он станет. Точно, вот здесь он станет. Следующего дня дождется. И на следующий день у него, кстати, будет очень шикарный проход. Сейчас мы ему сделаем. Потому что снайперы, например, сколько скорость у нас у снайперов? 9. А у этих 6. И поэтому мы сейчас, смотри, что делаем. И мы сейчас набираем. Набирай меня скорей. Ух ты, блин, вот я песенки-то какие глупые пою. Так, ты 15. Все 15, 3000. На следующий день ты 15 улучшить на 200. Это сколько будет? Тоже 3000. Блин, их набрать 3000. Улучшить 3000, блин. Ладно, ну фиг с ним, ладно. Ладно, давай, я забираю всех 15. И давай, на следующий, не знаю, на следующий день сможет улучшить или нет всех, сколько нас прибавляется там баблата. Так, поехали. Ну что, вот я сейчас что сделаю, чтобы он сейчас у нас был. Я вам объясню сейчас более скоростным. Мы сейчас оставим у него только снайперов. И все, у него будет 9 скоростные. И проход на следующей неделе у него будет очень-очень-очень большой. Ну не то прям, а очень-очень. Но достаточно большой. И вот здесь вот он у нас станет. И здесь он у нас заснет. Пол хода у него осталось. Сколько там вообще единиц у него? 165 единиц. Ну короче, полтора хода. Так, а ты у нас тоже встань. На следующий день ты нам тоже здесь передашь. Вот тоже у тебя полтора хода. Тоже, по-моему, 165, 107. Блин, как так рассчитывается, слушай, 107 единиц хода. Блин, я вообще не понимаю, почему такие вот неровные, как это, блин, единички. Так главное, чтобы у нас не выскочил наш красненький и не устроил нам тут пакость. Вот что самое главное. Вот теперь я сохраняю шестой вот этот эпический день. День вторжения в чужие земли. День побиения вот этих вот медузок. У нас прекрасно. Хотя, ой, как мне нравятся медузы. Я играл тогда с ними прям очень нравится. Так, поехали. Так. Так, и не улучшит он у нас, блин, их. Я сейчас, подожди, сейчас назад попробую отдать. Так, ух ты, ух, как штука-то. Это я вот сейчас, смотрите, Ctrl нажал, тыдынц. Опа, блин, класс, мне нравится этот разделитель. 14 он улучшит. Твою ж, блин, дивизия. Один остался, один. Один одинокий. Вот сейчас смотри, знаешь что, а я его оставлю на самом деле. А потому что вдруг вот сейчас на него позарится какая-нибудь медуза. Фиг бы с ним, пусть потеряет. Не страшно, вдруг она правда на него позарится. Давай. Так, теперь мы разделим кентавров наших, чтобы туда атаковать. Так, девчонок этих нехороших. И вот так вот мы поставим, потому что в середине, помните, там камушки. Пусть в середине вот этот вот стоит. А кентавры пусть бегут вперед. Поехали.
Поехали теперь. Сохраняем. Бой, 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 бой. И поехали. Бо-бо-бой. Так, ну что, Медуза, здравствуйте. Я знаю, что вы шипите, атакуете. Очень, блин, страшно. А вот этот исход битвы мне опулиндреть как нравится. Ну что, оставляем как есть или посмотрим, что мы там еще сможем сделать веселого. А, вот он что сделал. Он просто кучканул их. Кучканул. Так, и что, вы, скорость 6, а у этих скорость 5. А, без разницы. Так, просто вообще прелесть. Да вообще красота. Вы, ну, ребята, ну просто, блин, да-да-да-да. Девчонки и мальчишки, просто красотюшки. Ой, ты смотри, ну-ка, давай, кого ты у нас там? Один, а вдруг у кого-то единичка здоровья осталась? Давай, ты прям стрелочкой, ты. Что за стрела такая? Нет, 2-3 даже? Ну давай, 2-3 вот на нее. Пум, класс. И, фу, а почему бы не шарахнуть нам? Что ж ты точность, блин, не дал никому? Тормоз ты, блин, тормознютый. Как? Объясните мне, насколько надо быть тормозом, чтобы вот этого не сделать? Да, лупите их всех, давай. Правильно, гаси их, сволочей, блин, чтобы, блин, неповадно было. Конечно, и он тебе сейчас, ух ты, он тебе покажет, блин. Так. Давай, не, мы просто прикроем, чтобы вы нас... О, кстати, тьфу, сейчас мы вот здесь вот отбой. Ай, ты зря ты сделал-то, надо было. Блин, да ладно, мы сейчас вот так вот сделаем. И, ну, насколько ты покалечишь-то? Сейчас, нет, она 100 пудов должна одного напасть, да? Нет, она вот на этих, чтобы двоих заколбать. Че, 8? 16, блин, а как я 8 там потерял? Блин, на автомате 8 было. Ай-яй. Так, тогда автомат загрузим. Там 8 было. Подожди, а она, наверное, я, наверное, в атаку. Ой, наверное, в атаку не ходила. Я, она, наверное, в атаку не ходила. Да, не то я вообще загрузку не ту сделал. Вот у нас, вот она. Так, нет, ну 8-то мне больше нравится, поэтому мы переиграем. И давай, ну 8, да? 8, блин, ну, значит, я чайник. Значит, я дятел, а он играет на нейтраль-то круче. Так, и вот теперь... А, ух ты, кто тут? Так, теперь мы вторгаемся просто сюда. Вторгаемся со страшной силой. Так, сохраняем мы вот этот такой у нас сод, Алекс. Так, и чтобы у нас пошли дальше... А, так, ну давай. О, пчелы, тьфу ты, пчелы эти, как они. А вот у нас и синяя. Почему, что за зигзаг такой, блин, зверский. А, кстати, давай, блин, почему-то сразу наскочил. И что да за зигзаг такой был, это вообще непонятно. Ну что, колбасим. Конечно, напуганный размер, нам очень нужен опыт. Поверь мне, опыту нам надо дофига. 10 уровня у нас. Да, они с Рикоски очень быстро скачут. Поэтому тут, сколько у него, 8, у него осталось чуть-чуть, скоро надо будет других в битвы посылать. Так, 6-й день, что у нас здесь он не сделал? А, здесь у нас вот этот вот не забрал. Давай, иди забирай, пожалуйста. Вот это вот, да, деревяшечки. Еще что не набрал? Так, здесь, да, не, нет, набрал, здесь набрал. Здесь, ох ты, блин, он, смотри, у него там, по-моему, туман войны, что ли. Видишь, он вроде загораживает. Да, наверное, туман войны и срабатывает. Смотри, он что творит-то, блин. Так, зеленую палатку ключ тоже надо бы нам набрать. Ну что, куда ты пойдешь? Ты пойдешь за нами помогать нам? Или все-таки ты вернешься? Я думаю, я, наверное, сейчас кого-нибудь другого там найму все скорее. А ты иди у нас на 7-й день. Вот здесь вот. Ой, я забыл, амулет манны. Да, хорошая вещь, кстати. Ну что, забираем? Или пусть этот собирает. Ладно, этому хватит собирать. Ему очень много будет собирать. Так, гномов не берем. Амулет маны. Ладно, забираем. Это забираем золото. И давай поехали вперед. И я думаю, вот мы сейчас будем брать этот город. А, на следующий день нет или сейчас? Нет, сейчас мы не возьмем. Сейчас мы просто, кстати, улучшим нашего последнего стрелка. Блин, так. И разделим мы наших тынц-тынц. Вот так вот, контролом нажимая, разделим мы их. И, наверное, будем мы все-таки... А, слушай, блин, вот здесь вот зеленая страж-граница, в которой я еще даже тоже не побывал, к сожалению. А, блин, чувак, а, ты сейчас возьмешь у меня несколько снайперов и пойдешь от этих зомби колбасить. Я думаю, ты там с 5 снайперами даже справишься вполне с этими зомби. Так, ну что, поехали? Поехали.
Давай, а, подожди, что у нас тут, цитадель, блин, ну почему я опять ее отстроить? Да куда же вы камни-то деваетесь? Я даже ничего не строил, куда у меня все камни-то делись? Рынок, можно рынок, кстати, построить? Или все-таки заколдованный ручей? А, давай заколдованный ручей я все-таки построю, чтобы у нас дошло не хотя муниципалитет, который будет давать нам 2000 золотых. Это очень хорошо, давай рынок все-таки, потому что на данный момент, конечно, нам баблище-то поважнее, понужнее, и кузница, которая нам тоже очень хорошо пригодится, и рынок, давай рынок сначала построим, чтобы торговать у нас там, а потом, и, кстати, кого-нибудь надо еще нанять. Так, ну что, бьем, сохраним мы седьмой день, и будем мы сейчас биться. И, ребята, ну что, вступаем в битву-то. Нет, знаете чего, ребят, пожалуй, я, наверное, все это сохраню до следующего дня. Вот, 2-3, наверное, тут еще один город, да. Я вот забыл тоже, реально, уже вам честно скажу. А, там же еще, ой, там еще и под землей. Там, о, сейчас, наверное, там дофигища всего будет. Так что надо, да, нанимать. И вот у нас тут еще стоит, я не вижу его, Terra Incognita. Наверное, там достаточно тоже сильный чувачок. И надо нам нанимать сейчас еще кого-нибудь на самом деле. А кто у нас там есть? Где у нас нет таверны? Здесь нет. Вот здесь у нас таверна. Кто у нас в таверне? О, классный сэр Мюллих. Мюллих, который у нас со скоростью. Это вообще красота просто. Мне нравится, что он со скоростью. У нас летает будет по карте. Красавец вообще. И Мюллиха мы обязательно возьмем. И, кстати, я даже его сейчас прям возьму. Прям вообще не задумываясь. И пусть он у нас вот этих вот оставит. А стрелков отнесет нашему дорогому и обожаемому и уважаемому, и возьмет себе, кстати, одного, наверное, кинотавра, чтобы потом у него остался кинотавр, блин, и он с ним быстренько бегал. Так, ну что, Мюллих, да? Ну ладно, ребята, все это остальное мы сейчас с вами оставим на следующий раз. По-моему, все прекрасно у нас двигается. Ну, если вам все нравится, если все замечательно, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Очень важно для продвижения и развития канала. Это очень побудительная просьба. Также заходите на сайт heroesportal.net, общайтесь там, узнавайте много-много интересной информации по нашим любимым героям меча и магии. Вот. Ну, всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока.